наши трое, горы нас трое. И если ты на трон настроен, мы тебя расстроим. Я тут сижу, там просто размышляю. Ну мы не будем мешать, хорошо? Да. Мы туда не будем мешать. Но есть один вопрос, что вы делаете на Пещерске? Вот. 6 утра вообще. Я здесь ночевал. Что вы здесь делаете? Ночую здесь. Вы охраняете здесь помещение? Ну, блядь, работаю, блядь, в одной, блядь, очень секретной лаборатории. Как лаборатории, понял? Раболатории. Да, лаборатории. Ну, по глазам видно, что что-то задумали. Планы, блядь. Короче, да, побежать быстро, короче, блядь. Читануть, потому что у меня время, блядь, с пацанами встретился, сейчас быстро, короче, читанул. Отчитаешься, да? Пару куплетов, блядь. Ну, конечно, постоянно, блядь. Я понял. Короче, я понимаю, блядь, излагаю, я в тексте, короче, блядь, прибежал, блядь. Жили-были. Так что сегодня намечается? Я так понял, что съемки клипа, короче, начались. Еще раз, я вас плохо слышу. Музыка. Что сегодня намечается? Так понял, начались съемки клипа? Да, они начались. Я сам охуел. Что в натуре? Что там будут девки, Вадзяра, Пацифон и Меладзюка? Что там в клипе? Кто задействован вообще? Короче, задействован он, Бесславный. Какие-то звезды, может, Тор и Бесславные ублюдки, это самое главное, в первую очередь. Тор и Бесславные ублюдки. Все, понял, достаточно. Это... А то, что задействовано, там, какие эти там спецэффекты, там, всякие, мы не будем рассказывать. То есть, потому что... Открывать все карты эти, да? Конечно, все, сами все увидят. Как вообще самочувствие после вчерашнего стрима? Бля, охуительно. Сколько ты поспал? 2-3 часа? Бля, где-то так. Тебе больше не надо. Восстановился? Я вообще не спал. Я на спине бодрствовал. Красавчик. Ты блядь, сидел. Да. На спине. Я спал, сплю внимательно, да? Да. Еще принести вам кофе? Шмофе? Я бы кофе. Все, мы сейчас пойдем. Можно на нервы вот так действовать. Всему кафе. Ай-яй-яй. Дело. Ни в чем все не отказываем. Ты ж кофе купил, да? Можешь же, да. Конечно, я думаю, вот именно в тачку такой диван вообще было. Ну, именно вот эту мягкую снимку. Отстегнуть быстро и съебаться, блядь. Да. А, давай эксперимент сделаем, блядь. Отстегивай и вали. Вот давай, уходи, Серый, красиво. Да давай, может, кофе попьем потом, да? Ну давай сначала кофе. Это еще легче, даже. Две половинки, блядь, братан. Пиздец, Серый, блядь, смотри, как он тебя ведет. Слышь, ты чепущина. Да он игнорирует тебя, Серега. Он, блядь, братан, похож на прапорщика, короче. Не, он знаешь, на кого... А кто это, не подскажете? А что это за мазь у него, якорь? Слышь, якорь, это ж воровская мазь. Вы все сами... Кочуба ее фамилия. Кочуба? Да, Управовский, бля. Понятно, бля. А я сразу, ты мне не понравился. Он бывший цей. Управдом. Ну, Управовский. Ну, да, понятно. Ну, видно даже по физиономии. Значит, нос вот этот. Ну, хороший. Чепущина, сука, бля. Я, между прочим, вот это все построил. Дай еще, да? Бля, братан. Не, хороший мужик. Да хороший. Сука, блядь. Мало построил. Да хороший Управовский не бывает. Мало построил, короче. Всем привет, с вами Бу, наркоту ебем, короче. С вами Бу. Да, едем, так как и рассказывали вчера, приехали, ну почти приехали, да. Пройти уже, короче, да. Почти видим это здание. Приехали в Бени, это наш подписчик, кто не в курсе, он сейчас крепится, спрыгивает. Сколько там? Приехали его проведать. Да, проведать, посмотреть, что как. Как у него получается эта борьба вообще, блядь. Парится он, не парится, блядь. Заставляет себя, не заставляет, блядь. Ну, то есть, вообще хотим пообщаться. Да вообще, познакомиться вживую. Конечно. Познакомиться вживую, блядь. Поддержать. Поддержать. Что еще? Придержать. Придержать. Поддержать, придержать, это, блядь, придержать. Короче, мы находимся где? На это Днепровская трасса, да, блядь? Подгирцы, подгорцы. Да, Подгирцы, короче. Ну, короче, где-то там, на заправке, короче, блядь. Обуховский район, походу. Да, остановились попить кофейку. И рассказать вам.
Короче, ребята, ищите любые способы, блядь. Прощупывайте, блядь, именно, блядь. Ухватывайте эту волну трезвости, потому что, блядь, кайф жизни, блядь, в натуре без наркотиков. Наркота это, блядь, ну, вся, вы сами понимаете, к чему она приводит. Последствия, блядь, и тому подобное, блядь. Согласен. Так что, блядь, кто крепится, блядь, крепитесь, блядь, красавцы, блядь. Крепитесь, да, держитесь. Кто спрыгивает, не обязательно, конечно, ехать в такие места, это платные места, но у кого есть, нету возможности, точнее, едьте на дачу, как мы это делали, конечно. У кого есть возможность, прыгайте таким образом, но прыгайте в любом раскладе, это лучше, чем, блядь, быть. Конечно, показывайте, ну, прощупывайте любые способы, но мы вам показали, что можно вообще тупо с нихуя и спонтанно сорваться, взять самому, взять кого-то с собой, чтобы не было скучно. И поехать. В квартире, блядь, закрыться можно. В квартире закрыться, блядь. Кто как, кому-то удобнее так, кому-то так. Так что пробуйте, и у вас получится. Всем удачи. Мы пока пойдем проверим. Если Беня захочет, то... Да, мы его вам покажем мы обязательно. Мы покажем. Если нет, то не, расскажем, короче. То расскажем. А дальше будет видно. Давайте. Да, будь добры. Да. Ну, бля, он только что, я даже хочу, бля, братан, рассказать, он, блядь, идет, короче, мама, блядь, выписался один. С большим сыном, короче, блядь, идет сын, блядь, лет 40, короче, блядь, и мама идет... Отсюда вышел, короче, да. Наркоман, походу, бывший. Да, и мама ему там бананчик, короче, на, сыночек с руки кормит бананчик, и мы уже идем дальше, там, только, как ты там, сыночек, тебя никто не обижал, тебя там никто не... Тебе там, бля, не давали, кололи укольчики, попу, бля. Да, я там сердце не кололо. Хуй он спрыгнет такой, сука, бурмыло, сука, 40 лет, блядь. Вот это, походу, да? Добрый? Да, вот это три звонка. А какой нам надо? Любой. Любой? Давай. Короче, ну, давай начнем, блядь, с первого. Потому что мы всегда, блин, любим быть первыми. Здорово, Беня, поздоровайся. Да, Беня, привет. Вот мы приехали, да. Беня, короче, вот мы тут находимся на территории, нам разрешили... Тут нормальные консультанты. Ну, мы да, им рассказали. Да, мы им рассказали то, кто мы такие. За канал нам рассказали. Это центр, который, ну, снимает. Короче, наркологический, да, так сказать. Да. Или как? Рэп-центр и один детокс делает. Ага, детокс и рэп-центр, да. Да, лицо не хотим вам полностью показывать, потому есть, что. Ну, да, есть свои нюансы, да. Скажем. Поэтому лицо не показываем, но так вот показываем. Приехали. Что ты, блядь, что расскажешь тут, как вообще? Сколько ты дней вот здесь находишься? 18 числа будет месяц. И месяц, и в каком состоянии, то есть, ты приехал сюда? Ой, приехал, на вокзале меня встретили, ну, не консультанты, там парни два. Так они посмотрели на меня, и, я так понял, решали мой вопрос, куда меня везти, или сюда, или в этот, ну, детоксно решили почему-то туда. Короче, наркотики ты употребляешь уже, ну... С 91 года. Всякие разные, короче, наркотики. Ну, ширка. Опиаты, короче, в основном, потом трамадол, потом субитекс, потом метадол, потом опять субитекс, бупренорфин, потом, ну, попрята, конопля, короче, кокаин. Да, короче, проще назвать, что я не употреблял. Ну, весь набор. Сейчас ты, ну, как себя чувствуешь? Подожди, а перерывы были у тебя? Ну, были, да. 2001 год я первый раз попал в наркодиспансер в Фоновковске. Угу. Как бы спрыгнул, на работу устроился. Там. А вот сейчас, вот когда ты сюда пришел, сколько у тебя вот торбы непрерывные? 7 лет, я не помню, чтобы я день трезвый был. Охуеть. Ну как бы были какие-то дни, но так. Жестко, семерка, да. И вот ты в этом состоянии приехал сюда. И что, приколи, как тебе приехал, было вообще? Я еще с собой взял, тут сдал вон это на смене, чтобы зашли. Я говорю, ему кумарить будет. Он нет, он сразу что-то с собой привез. Я говорю, а кумарить будет? Он говорит, нет. Я выкинул, короче, с мышкой. До зуба нет, понял. Запаянные. Да. Ну да. Ну, короче, как бы, запасы на всякий случай. Особо. Да, в двух словах, как бы хочу сказать, как я сюда попал. Сюда попал благодаря вашему каналу и подписчице вашей подружке Оле. Люблю, привет. Привет, да, тебе, Оля. Тебе огромное спасибо.
То есть, ну и хотим сказать, то есть, ну, ребята, то есть, именно это вам еще раз очередной пример, что, блядь, что? Ну, то есть, все-таки, блядь, наркота вот, с нее, блядь, видите, ну, можно, блядь, спрыгивать. Можно спрыгивать и даже больше, когда, ну, сама жизнь дает возможности, вот, допустим, Беня не думал, и мы не думали о том, что мы там, мы не знакомы были до сегодняшнего дня, ну, именно лично. Ну, да. Общались мы первый по раз, переписке, кстати, да. Да. Мы первый раз сегодня увиделись, но жизнь, если дает всегда шансы, даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях находятся возможности, находится главное желание. Ну, главное желание. Как оно... говорил Костя, правильно играешь, правильно. Да, бьёт. По-любому даст. Не надо, не отчаивайтесь. Главное, если уже есть желание спрыгнуть, это уже нормально. Ну, то есть, и житуха по-любому поможет, блядь. Просто надо осознавать, что ты в говне находишься на самом деле. Хотел бы вот именно, Беня, такой именно интересный, что в каком состоянии ты сейчас вот именно пребываешь? Сейчас... То есть, ну, кумарят тебя физически? Нет, физически нет, но психологически так. То есть, если бы не было, я не знаю, я бы сейчас, ну, опять что-то или показал, как бы у меня уже привыкли. Короче, засыпаешь уже, да? Ну, таблеток, не-не-не. Своими силами еще. Куда это еще? Они говорят, что еще будет такое, что типа, ну, учись как бы справляться. Ну, когда сильно очень бегу к ним, они таблеток там накидают, я в эту вырубился, проснулся. А тут, скажи, Беня, тут это самое, психологи, да, работают? Да, есть психологи, 3 психолога приходят на занятия в понедельник, вторник. Ну, короче, не дают скучать. Как ну, бы. А вот, допустим, отвлекаться чем вот можно? Вот ты, допустим, вот ну, ты смотри, остаешься сам один на один. Вкратце, да. Извиняюсь, вкратце так. С утра встаешь, 7 подъем. То есть там, режим, ну, да, короче? Ну, как бы, да. Ну, 8 завтрак. Потом после завтрака собирается все в зале, там распределение, кто где убирает, короче, уборочка. Быстренько там уборочка, полчасика. Кто там, кто как просто работает. Потом все, и начинается занятие до часу дня. Час обед, и потом... Занятие, в смысле, какое занятие? Ну, занятие с двумя психологами, короче, или там, если психолог не может, то консультант, если... Волонтер, а йога, шмога какая-то, извини, перебить. Нет, такого нет. Есть массажи, зарядки делаем, вот, пол 8 утра, да. Как бы, ну, я нормально. Не ходил, теперь СБУ... Короче, он делает, как проводит зарядки, вот я хожу весело, там, как бы веселый, 51 год, ну, нормально. Ну, а вообще стараешься много ходить, перебиваясь или больше, то есть именно, ну, как бы в лень? Ну, первые 3 недели я, мне с Кощухом, мне общение давали, ну, хоть, короче, вольные посещения. Хочешь посещаешь, хочешь, да, хочешь да, отдыхаешь. А сейчас я сделал себе тетрадку, уже 3 страницы списал, как бы. Ну, правильно, я тебе хочу сказать совет именно, ну, Беня, так как мы знаем по себе, больше, ну, заставляй себя в чем-то, вот именно ломай лень в себе, потому что наркотики, они настолько лень, ты привык передвигаться под наркотиками, знаешь, и вот эта лень, у тебя сейчас депрессняк, и чем больше ты будешь замыкаться, там тебе будет облом что-то делать, тем больше у тебя будет мысли, ну, то есть время на мысли всякие, блядь, ну, то есть нехорошие. Ну, да, согласен. А когда ты будешь забивать, старайся пустоту эту заполнять, либо вообще пофиг чем-то, прощупывай, старайся там, если ты не хочешь идти, иди куда-то с пацанами, иди к психологу, иди туда, постоянно старайся что-то куда-то идти, куда-то, если есть возможность куда-то идти. Или то, что-то делать. Или что-то ну, делать, да. То есть воспользуй эту ситуацию, то есть не отлаживай. Да я потом, тут... я завтра, я сегодня не завтрашнего дня начну. Это то же самое, как наркоман, когда хочет спрыгнуть. Все, завтра спрыгиваю, завтра наступает, и опять ты, блин, околешься, понимаешь? Да, что? Короче, что, давай передавай тогда всем привет, Беня, ну, говоришь. По очереди. Ну, кому хочешь, говори тому. Да. Дэнни, Дэн, Люська. Люська. Да? Кого еще помню, подождите, а то мозги не работают, говори сразу. Анжелика, Оля. Анжелика, Оля. Да. Пацаны, ну и короче, всем старым. Всем старым, да, и новым. Новые ждите меня. Да. Подписчикам, да. Да, кто помнит, Беня движнячил постоянно активно, да. Короче, пишешь, и пишешь, кстати, именно, ну, за комменты, очень приятные. Приятные комменты, да. Слова серьезные. И ты тоже нас поддерживал, тебе тоже спасибо, то есть всем, кто поддерживает, а теперь наше время настало тебя поддержать. Короче, шо, мы на этом пока тормознемся, а дальше, может быть, будет больше, еще будем Беню навещать, так что, короче, всем привет. Всем пока.
все. Да, а тебе удачки, чтобы спрыгнуть было нормально, чтобы ты уже не... Все, короче, на этом стоп пока. Ну, короче, это, бля, присел здесь, бля, смотрю, короче, бля, доски. Ну, и начал развивать чисто фантазии. Это не то, что я там, бля, говорю, что она там... Наркомана раздупляет. Короче, кто-то грыз, короче. Наркоман. Ну, если эти на мысли, бля, хуёвые лезут сразу, сука, голову, бля, на плитку, сука. И это, да не, это мясо рубить. Или по тузу, нахуй, сука. Да, это самое, это мясо рубить, так что, блядь. А так, чисто сразу увидел фантазию, блядь, сразу, блядь. Бурная фантазия. Бурная фантазия. Ты что, куришь опять, блядь? Не опять и снова, блядь. Вон, когда, блядь. Когда уже? Когда уже прорвет? Да, когда уже ты будешь отвечать за слова? Братан, ну, давай, короче, все постепенно. Вот мне кажется, чем больше начинает давить, как это, знаешь? Я не давлю, я интересуюсь. Все в процессе. Понятно. Вам показывали, что мы были с Беня, общались, он уже приехали на район. Короче, что хотим вам сказать? Ну, впечатления какие. Впечатления. Поделиться с вами своими впечатлениями в целом об этом заведении, да? Во-первых, о заведении, во-вторых, о человеке, блин, ну, в общем, к которому мы приехали. В-третьих, в общем, от всего. Да, и от всего. То есть заведение, ну, как по мне, ну, базара нема, то есть, ну, там, блин, есть нормальные пацаны, пообщались. Кстати, короче, там нас смотрят тоже, оказывается. Да, тоже смотрят нас пацаны, так что да, крепитесь. Всем привет, всем кто привет. Крепится, да, держитесь. Вам терпение, силы духа, и все будет у вас четко. Конечно. Ну и, бля, я вот именно поймался на такой мысли, я вот именно общался, я понимаю, что они вот только крепятся, у них только, бля, можно сказать, да и у меня еще дохуя чего, бля, только начинается, но у них вообще пиздец, они вот только как раз пребывают в таком состоянии, я забываю постоянно это слово, как оно называется. Абсистенция. Как? Абсистенция. Абсистенция? Да. Мне оно с абсцессом ассоциируется. Ну, короче, в кумаре ты. Короче, в абсистенции, короче. В кумарной абсистенции, блядь, они находятся. И хочется, блядь, духариться, блядь, вот в натуре хочется, блядь, типа... Перед вот, ними, да. Да, типа ты такой, блядь, да, пиздец, нахуй, там, блядь, ебать мой хуй, там, блядь, такой, сука, весь, блядь, деловая колбаса, короче, блядь. Ну, не стоит этого делать, блядь, в очередной раз. Мы пообщались, я вот приколол Саня, вот сейчас вам прикалываю, что, блядь, в натуре. Надо не забывать, блин, а кто ты, ну, кем ты был... И кто ты есть, и как можно и очень как можно быстро превратиться. Вернуться на исходную, да. Ну, об этом с такими людьми тоже надо общаться, потому что, ну, реально, ты помнишь об этим, блин, ну, об этих тяжелых твоих моментах, как ты спрыгивал, ну, допустим, там, когда говорят, когда мы вот именно там на стриме или еще где-то говорят, вот у меня 3 дня, да. Я еще раз повторю, у меня тоже были 3 дня, то есть этих, ну, не надо забывать это время, блядь, и общайтесь. Что ты там месяц перекумаривался, 2, вспоминайте, то есть это можно похерить только одним уколом. Но да, в целом мы хотим сказать, что в принципе Беня молодец, да, красавец, что решился, и житуха как бы ему способствует, помогает. Беня, ты эту, ну, как бы возможность не теряй, не провтыкай, да. Конечно. Ну, то есть тебе не стоит. Житуха дала просто правильно. Да. Не стоит, ну, думать, что ты такой красавец, это всего лишь навсего. То есть тебе еще один шанс дается, и не проеби его. Это очень важно, то есть у тебя, мы верим в тебя, люди да, многие ну, ты верят. Не имеешь права, ты уже не имеешь права, у тебя и времени нету уже, в принципе, конечно. Ты же уже не малолетка, так сказать. Да я хочу вам сказать, как вот именно очередной раз, когда, бля, слаживается, бля, мнение, когда, бля, по телефону или еще где-то о человеке совсем другое. И когда общаешься, ну, у меня, допустим, слаживалось мнение, ну, как-то почему-то, я не знаю, там, бля, может, наркоманская какая-то, может, пересиженность, может, еще что-то. Ну, сразу анализируешь. Своя шизофрения. Да, своя шизофрения, сразу анализируешь человека. И он тебе где-то начинает, где-то в чем-то не симпатизирует. Ну, короче, где-то ты начинаешь там, блядь, там это, там, то, все. Ну, короче, не совпал. Мы, да. Но... мы приехали, увидели его лично. И, блядь, довольно, блядь, неплохой человек. Да, довольно неплохой человек. Пообщались. Создает впечатление нормального, умного пацана. То есть, дай бог ему терпения, всего, крепости духа. И всем, кто крепится, кто хочет спрыгивать. То есть мы к чему это все говорим, что в принципе это возможно любыми путями, все способы хороши, будь то там центр, будь то там реабилитация какая-то, будь то такая вот клиника, или это же просто дача,
Любые способы хороши, главное избавиться от этого говна. Конечно, и мы не говорим, ребята, что вот спрыгивайте, смотрите на нас, делайте как мы. Нет, просто спрыгивайте, то есть прощупывайте, как у кого как получается, то есть, бля, выбирайте моменты, пробуйте, то есть это реально, и, бля, бросайте, бля. Жизнь без этого намного лучше, ярче и настоящее. Да, вот, мы показываем вот это, что... Ну, а в целом, прикольно, пойдет, мы увидели, проехались тоже. Хотим еще сказать большое спасибо, нас уже, наверное, будут смотреть, то есть, сотрудники этого центра, так как мы вам им рассказали, то есть, вам тоже привет. Мы рассказали все по правде о канале, о своем, о себе рассказали. И даже вот Беня говорит, ну, нам, ну, типа, он был очень удивлен, потому как там даже с родственниками не дают так пообщаться, то есть, там, в основном в этом гаражике, да. Да. А нам, мы с, на нас посмотрели сотрудники этого центра. И поверили, центра. Реально они доверили. Тоже поверили, мы и ничего там у них не пытались, не выспрашивали, но мы пошли, мы думали, так всем там разрешают. Но мы гуляли по всему. Я имею в виду, братан, хотел сказать, доверили, ну, поверили, да. Доверили нам. Доверили Леню. Человека, да, что мы с ним можем пообщаться, увидели, что мы приехали его поддержать. То есть ему как бы надуть паруса, еще раз напомнить, что ну, надо крепиться, надо быть к себе, бля, пожестче, не, ну, поменьше себя жалеть, потому что мы мужчины, мы должны встречать все, блядь, с гордо поднятой головой, любые проблемы, любые боль. Там не вот жалеть себя, не искать скачухи, да, всякие. Не искать себе скачухи. Правильно, как Серега говорит. И нам, то есть мы вышли, мы гуляли где хотели. А Беня нам рассказывает, что там даже родственники приезжают. И им не разрешают кого-то гулять. Да, они там в этом гаражике там встретились, пообщались. То есть мы гуляли везде, там посидели где захотели. То есть была даже возможность показать вам. Вы услышите Беню, короче, и он там пару слов сказал. Ну, в целом... Пойдет, класс, дай всем сотрудникам, короче, дай вам Бог тоже здоровья, блядь. Да, то есть сложилось впечатление у вас далеко не, ну, не глупые, блядь, да. Пацаны, то есть именно рассуждают нормальные адекватно. Люди, да. Дай Бог, что помогайте людям спрыгивать, это вы делаете очень неплохое, понятно, что не бесплатно, но ну, все равно все-таки помогаете, да, это главное, если хотя бы одному поможет из 100, это уже не зря проделанная работа. Конечно. На этом пока тормозимся. Всем добра, удачи. Самое главное, хочу сказать, самое главное, чтобы у вас было, ну, сотрудников не только там именно цель, какая-то выгода или еще что-то, а чтобы вы именно действительно относились это, блядь, и к людям. Как к людям, с пониманием. И... А родители, братан, мне так что-то сложилось, наверное, родители, знаешь, настолько там в присутствии, потому что родители большинство могут, знаешь, там в тебе посеять жалость какую-то, да. И это начинать. Все, ну, там, да. Сыночек, что ты там маленький, там, ой, ты, боже мой. Возможно, да, но в нас этой жалости они, короче, в нас они усмотрели. Для нас это вот стало тоже, ну, как бы, неожиданностью, что у нас они усмотрели вот таких вот людей, которым можно доверить общение даже без присутствия какого-то там консультанта или там одного из них, кто там более твердо стоит на ногах. Мы общались сами. Присутствие только Сереги, меня и... Короче, Дени. Увидели тех, что мы не можем, что мы реально не, блин, ну, не подобьем, блядь, на всякую хуйню, а наоборот... И ему, это, блядь, приятно, там, спасибо вам. За доверие. А так, мы всех обнимаем, всех любим, до встречи. Да. Обнимаем крепитесь. Всех крепко. Крепитесь. Кто сидит, тоже всем сидельцам, всем, короче... Да, хулигавым, удачи, мусорам, пацаны. Да, и дай Бог всем здоровья. Всех любим, обнимаем. Да. До скорой встречи. Будь добро.